Добрый день, мои друзья! Добрый солнечный июньский день! Сегодня я, Любовь, да, и мой канал Next Station хочет похвалиться, тем, что у меня созрела черешня. Да такая вкусная, да такая сочная, крупная, вкусная. В Подмосковье поспела черешня. Вот такая вот. Хотите, покажу? Побежим быстренько, быстренько, я покажу вам свою черешню. Вот она, красавица, черешня. Зимостойкая юбарова черешня. Красота, правда? Вот она. Все это, конечно же, шутка, чтобы вы улыбнулись. Да, да, спасибо, Алина, за помощь. На самом деле, вот такие вот у нас еще не созревшие черешенки у нас на веточках. Их много. Так что урожай еще впереди. Ну, надеюсь, я вам подняла настроение вот таким трехминутным своим роликом. И делюсь с вами хорошим настроением, своим позитивом, потому что в каждой веточке нужно видеть солнышко.